Прием. Сержант Чистаков, ответьте. Я рядовой Артанов. Прием. Ответил. Я на квадрате, двигаюсь в сторону бункера. Хорошо. Если возникнут трудности, обращайся. Вас понял. Конец связи.
Прием, я в зоне. Отлично! Рядовой Артанов! Давай скорее в бункер! А то дышать совсем нечем! Вас понял. Thank you.
бункера, но не могу открыть гермоворота. Не хватает одного вентиля. Вот зараза. Придется искать новый вентиль. Попробуй найти газовую трубу. На них должен быть похожий вентиль. Только поторопись, а то я здесь могу остаться навсегда. Сделаю все, что смогу. Держитесь. Прием. Я нашел газовую трубу с вентилем, но я не могу ее открутить. Нужен специальный ключ. В пункте связи должна быть мастерская. Там найдешь подходящий ключ. Вас понял. Держитесь.
Прием. Я нашел газовый ключ в мастерской. Бегу откручивать вентиль. Хорошо. Надеюсь, все получится. В бункер. Давай скорее! Мне уже совсем плохо здесь!
Держитесь, скоро буду в бункере. Жду тебя с нетерпением. Я в бункере, но здесь очень темно. Я не смогу без света зайти дальше. Найди генератор возле выхода и попробуй его запустить. Похоже, в генераторе закончилось топливо. Я не смогу его завести. Точно нет топлива. Возможно, есть топливо в старой технике. Найди для начала канистру на свалке. Прием! Вас понял.
Thank you.
Don't play this game at night. It's super cool.
Thank you.
Прием. Нашел только пустую канистру. Хорошо. Теперь осмотри заброшенную технику. Возможно, в ней осталось топливо. Принял. Прием. Нашел трактор, в котором есть немного топлива. Я уже волноваться начал.
Давай скорее заводи этот чертов генератор! Я тебя уже устал ждать! Уже бегу, держитесь! Прием. Я запустил генератор. Как вы себя чувствуете? Прием. Сержант Чистаков, ответьте. Прием. Меня чуть не убили, пока я пытался тебе помочь. Что за приколы? Кто ты такой? И что тебе нужно от меня? Я просто люблю смотреть на таких, как ты. На таких, как я? Я пытался помочь тебе, а ты просто прикалывался надо мной. Скажи, где ты находишься? Я приеду к тебе, и только моя пуля поможет тебе.
Тише, тише. Мы еще не закончили. Тебе придется сыграть в мою игру. Какая к черту игра? Я просто вернусь на базу и доложу своим ребятам, что случилось. Они тебя быстро найдут. Вот тогда и поговорим. Ну-ну, далеко ты не уедешь, пока не пройдешь мою игру. Я слил бензин с твоей машины, поэтому у тебя нет выбора. Придется сыграть мою игру, чтобы получить бензин обратно. Ладно, что за игра? На самом деле. Просто убей трупоголового, а я тебе скажу, где находится твой бензин. Что? Его невозможно убить. У меня патронов не хватит. Ну, это уже не мои проблемы. Это игра насмерть, понимаешь?